У нас прям старший, ну, Гриль и старший брат Хумель, а у них, короче, Су-8. Ну да. Так, ну, что там, Горумы? Провтыкали или нет? Да. Ну вы хоть кого-то бейте, ребят. А, они взводные. А, они взводные, ребята. Они взводные. Я вас понял тогда. Они же взводные. Этот промазал парень. Больше светиться-то и не будет. Но он захочет отомстить. Ой, на, Схорн. Ой, 500, ребята, 500. Так как это так? 500 прям. Еще один на гору пытается заехать, слышь. Ой, еще 180, хорошо. Хорошо. Но 500 это было очень приятно. Я думаю, он там, ну, расстроился по максимуму. Че, доберем его, что ли? Куда ты? Ну, хай так уже, потому что у него там пробитие высокое, точность хорошая. Я уже так тогда. Так, а этого мы берем вообще, пацана? Ну, по 43, ну, постой ты уже. Ай, не добрал. Одно хп оставил, лянь. Одно хп. Фу-фу. Одно хп это вообще жесть. Ой, а тут не только это, тут еще и сушка стоит, да? 200. А этого товарища мы берем? А куда мы ему тут можем засандалить? Ну, подбашенное пространство, типа. Ого, 264. Тут прям много, ребята. Ну, кстати, наши-то все равно умудряются плохо играть, я вам скажу. Хорошо, еще один залет. Туда же, да? О, он решил, ну, его в баню, короче. Ха. Он подумал, что ну его в баню. Давайте попробуем сушку. Не? А там еще и КВш где-то, ребят. Там еще где-то и КВшка ж. Так, а что здесь? Шотного будем добирать, не? Все, и она решила спетлять, смотри. Вот беда, ну. Ну и как? Ха-ха, лянь. Ой-ой-ой, ребята, так вы еще издыхать умудряетесь. Ну, это вы началось. Началось. Черчилль, который тоже шотный здесь, понимаешь? Давай попробуем. Вообще полетело не туда, короче. А, не, не шотный, сорян. Просто миллиард ПТ-шек у нас, ребята. Он за камушек хочет встать, наверное. Ой, как наполучал-то. Эй, не я добрал. Ой, Черчилля бьют. А Черчилль бьет вообще хоть? Вообще, как бы, он довольно-таки имбовая техника, ребята. Я этого не бью. Ну, а как ты получаешь так? Хорош. Хорош.
Важный фраг был. Я не беру, дядь. Да не, ну Черчилль, ну это ты. Это ты глупостями занимаешься. Ты хотел 6-го уровня Черчилля прилупендрить, да, чтоб. Короче, поехали. 2 фрага, такое, как еще, может быть, мастероса получится записать на свой счет. Угу, Черчилль сюда переехал. И он уже и получает заодно. Так, где-то ж стоят ПТшки. Он хоть раз Черчилля пробил? Нет, конечно. А у нас ПТшки одни остались, ребят. Чтобы вы понимали, да? Что ты делаешь? Что ты творишь? Что вы творите, ребята? Вы сливаете бой просто. Понимаете или нет? Штух решил уехать с этого, видишь? Ну как Ахиллес? Я уехал. Я колыхал тут с ним. Тусеваться. Ну и что, он до сих пор тут стоит, что ли? А, уехал, твою мать. Боже, какой же балбес, а. Ну посмотри, как вас имеют. Зачем вы лезете? Хорошо, Хумель, кстати, вот дал пацану сейчас. 70. Ну да, ты под 2 артами, дядь, вообще-то. Все, он к нам поехал. Ну что, надо светом каким-то заниматься. Ну вы поняли, да? Ну а этот здесь стоит. Да, такое еще как тащить надо. Глянь, что делается. А я его беру вообще здесь. Я же его здесь не беру. Кумель, ты вот зачем ты? Вот зачем именно ты? А, ну все, это мы проиграли. У нас слабейший обзор. И Черчилль, который сейчас его убьет. Вот он, да.
А у меня альфы не хватило, понимаешь? Ну, я как бы стою вроде как в кустах. Если он поедет. Вот он едет. Как я сейчас промазал? Вот как я сейчас промазал? 140? А почему альфа такая большая? Только так. Ну, я бы, конечно, на приемку на месте гриля стал бы и стоял. Как я в него промазал еще тогда, я не понимаю. Ну сейчас я свожусь, дядь. Куда ты поехал? Че прикалываешься? Ну ты посветить-то можешь, ты? Господи, почему именно вот так вот, а? Хорош. Я бы его первый бы добрал. Но, тем не менее, отыграли с Хумелем отлично. Фух, можно выдохнуть. Хороший бой на этом. Прямо аж таки можно заканчивать. Да, мастерос, конечно же. Сколько мы навалили косариков, а? О, 2,5. 2,5 урония. Ничего себе. Ух ты, медаль Старка. А ну-ка. Управляя САУ, уничтожить не менее 2 машин противника, получив не менее 2 попаданий от противника, нанесших урон или заблокированных. Ну да, ну как. Крутяк. Медаль Старка, да, выхватить.